своих детей с малых лет уже на хороший лад, на хорошую музыку. Но у многих детей мамы беспокоятся и переживают. Так что, друзья, берегите своих мам. Они вам никогда плохого не пожелают. Точнее, все. Просто для них мы всегда дети, сколько бы нам ни было лет. И если бы не наши мамы, мы бы сейчас не слушали здесь эту музыку.